Так, ребята, я в BMW. Бэки славятся комфортом. Олег, расскажи, пожалуйста, какого года машина? 2007 год, рестайл, 3 литра турбо, на одной турбе. Дизель? Да, дизель. Стоки где-то 230 сил. Ну, они там есть разные, типа 235, но это, по-моему, 231. Это не американская тачка, это европейка? Нет, ее привезли там где-то в 13-м году с Германии. Друзья, хочу подчеркнуть, что у Олега тачка просто в идеальнейшем состоянии. В ней приятно находиться, комфортно, удобно, все ухожено. Никаких косяков по тачке я не вижу. Они есть? Ну, разве что только по бамперу. Так, ребята, бампер мы вам не покажем. Ты говорил, что ты сделал Stage 2? Да. Подскажи, пожалуйста, что входит в Stage 2? Какие доработки? Доработали, поменяли кулер, поставили более увеличенный. Потом выхлоп с даунпайпом. И как бы сама прошивка. Ну, разумеется, уже EGR как бы заглушен, и там вихревые заслонки удалены. Скажи, сколько сил примерно должно было получиться на выходе? По идее, 300 плюс, я думаю. То есть, может, 320, 310. Друзья, тонна 700 веса, 300 сил, полный привод. Какой крутящий момент примерно получился? Где-то, наверное, 700. 700 ньютонов? Да. Ребят, 700 где-то крутящий. Вы вообще слышите эти цифры? 700 ньютонов крутящий момент. Как на команде. Так, Олег, давай сейчас найдем тебе каких-то соперников и устроим горячую битву. Жертв. Ребята, походу Олег дернул Серегу только что. Что, Олежек что там, дернул походу, да? Ну, поначалу, да. Он объехал тебя, нет? Не, объехал. Тебя объехал, да? Только сутки, наверное. Олежек, ну давай, мы за тебя болеем. Давай. 30-е, 130-е у нас стоит 2. Привет. Здорово, Павлик. Как твои дела? Все супер, без изменений. Бэха в боевом строю, Лёх? Да. Валит на все бабки? Валит не на все, но валит. Ребята, это F30 X-Drive, 8-ступенчатая коробка, автомат, 267 сил, Stage 1. Сейчас Лёха зарубит с турбодизельной BMW Олега. Погнали. Так, друзья, первый раунд. Бензин против дизеля, Stage 1 против Stage 2. Готов? Ого-го, друзья, смотрите, какая сильная борьба. Лёха опережает турбодизель. О, все. Не опережает турбодизель Лёха. Слили, друзья, немного. Бля, ну это было сильно, реально. Я не понял, что потом произошло, но как-то вы ракетно добрали. Вот на переключении, да. Ага. Чутка, да. Ну у тебя тачка валит повеселее. Жесть. Еще раз будем? Давай еще раз вместо. Ага. Давайте. Леха, расскажи, что ты думаешь, как вообще так получилось? Я думаю, что если мы оденем боевые колеса, полегче, то... полегче катки, да? Да, полегче, поменьше, то мы где-то так же и поедем. Уважаемые девушки, которые смотрят наш канал, вот это заряженный моряк, он пришел с рейса. Берет девушек на полное содержание. Кому нужен контакт, пишите в личку. Все нормально. Ребята, мы пока взяли бэху в пол кузова. Так и идем. Лёшек, давай, жми на газ. Он добирает по чуть-чуть. Даже головой дергаю. Опа, все, четверть. Пол кузова, ребят, пол кузова привезла нас дизельная бэха на 700 ньютонов. Так и мощно валит, ребята, очень много ньютонов. Это турбодизель. Ой. Это очень серьезный аппарат. Скажи, пожалуйста, пару слов о машине. 335-й, рестайлинг, двигатель N55, Stage 1 пока, только сделан на прошлой неделе. 350 сил, примерно 480 на метр. Ну как валит, наверное, жестко. Да, валит хорошо. Ребята, вот такая ракетная бэха, кузов E92, это спортивное купе. В ней вот такой салон,
принципе, смотрится очень интересно. Я в таких машинах уже катал. Есть лепестки. Это очень серьезный конкурент в 350 сил, ребят. Да будет битва. Так, мы пока впереди, но ненадолго. Ребята, 335-я бэха, N54, Stage 1. Сильно, сильно валит. А что с объемом там? Там 3 литра, 2 турбины, 335-я BMW. Не смог Леха на своих 2 литрах в полном приводе объехать эту бэху, ребята. Слушай, ну хорошо едет, хорошо. Старт был за нами, за полного привода. Ну да. Потом ты так раз и просто уехал там корпуса 3-4, наверное. Я не видел, видел, что я уехал. Сколько... Да, ракетно. Ракетно валит. Спасибо за заезд. Спасибо. Нет, только не это. А ну вернись. А ну иди сюда. Они снова скажут, зачем ты им как? Да ну нет. Все. Александра. Александра, иди сюда. Заедете с бэхой? Я высматриваю себе бэху, вот ту самую. Я нашел вам бэху. Какую? Это универсал турбодизельный. Я его сделала в прошлые выходные. А почему я этого не видел? Ты имеешь в виду вот это 1421 номера? А он сделает стейдж, сделан сильнее едет. Вызывает тебя на бой. Ну хорошо, давай заеду, попробуем. Ага, так, погнали. Сейчас Александра попробует начесать автомобиль Олега. Эту Е60 турбодизельную, которая едет с паровозной тягой, друзья. Да. Ребят, ну я чувствую, что вам гайки, вот серьезно. Перед началом гонки я бы хотел вам напомнить, что мы занимаемся доставкой автомобилей из США, делаем все это под ключ. Хотите автомобиль с маленьким пробегом и по хорошей цене, обращайтесь к нам, мы вам поможем. Добрый. Новая партия Америки? Да. Ребята, приехал Мини Купер 13 года для нашего подписчика, а вот и он. Прошу вас, привет. Хочешь тачку из США? Пиши нам. Контакты в описании. Это Александра, она нацелена серьезно. Тачка у нее мощная. Вы как, готовы, друзья? Мы заезжали, я же сказал. Да, мы заезжали. Реванш, реванш. Да. Ребята, реванш. Я просто уже немножко, как ладошка начесывается. Вот что, вот точно вас объедем сейчас. Готовы? Да, кто нам отмашку. Давай, давай, сейчас просим отмашку. Попросим заряженного морячка. Морячок, дай нам старт. Александра, две педали. Давай, две педали. Погнали. Ох, у нас был легкий фальстарт, но турбодизельная бэха, друзья, у нас на хвосте. На хвосте, ребята, обходит нас турбодизельная бэха. 700 ньютонов. Мать их за ногу, эти ньютоны. Ребят, проиграли мы турбодизельной бэхе. Это нехорошо. Нехорошо. Ребят, я думаю, что вся проблема в том, что вы слабо поддержали прекрасную Александру. Слабо поддержали. Давайте соберемся всеми силами. Напишем максимально хорошие комментарии. И Александра сейчас возьмет реванш. Если вы заметили на комментарии, я даже отвечаю, поэтому собачиться со мной не нужно. Я нормальный, адекватный, вменяемый человек, и то, как выгляжу я, вы, пожалуйста, не искажайте действительность, окей? 335-я BMW против Е60 турбодизель, друзья. Ехала Е60 достойно. Ну, конечно, это семейный универсал с расходом топлива в 2 раза меньше, чем у меня. Едет она очень круто. Нет, ну там нет 2 раза меньше. Я думаю, там литров, наверное, 10-12 кушает. Ребята, кто знает, сколько кушает Е60 на турбодизеле 3-литровая, напишите в комментариях, бо честно, мы не знаем. Ты думаешь, что она кушает 6? Нет, она по городу она ест 10 где-то. Угу. А по трассе у меня, допустим, 12 где-то, если ехать 160-170, а у нее будет 7, ну, максимум. Вот, по трассе. Слушай, как ты думаешь вообще, чувствуются ли потери в твоей тачке при твоем крутящем моменте и силах, когда ты едешь не сам в машине, а едешь с пассажиром? Да, абсолютно, абсолютно. Есть разница, причем не маленькая. Вот, почему-то она ощущает. В той бэхе 700 моментов. Для нее пассажир есть, нет, она вообще не чувствует этого. У меня, конечно, есть разница. Я чувствую сразу, что машина едет не так. Ну, плюс погода, опять же. Ну, он тоже турбо. Нам двоим это не очень хорошо. Но у него, конечно, крутящий огромный. Банда, что вообще говорить? В моей машине 230 ньютонов крутящего момента. Я реально колоссально ощущаю потери, когда я еду с пассажиром. Друзья, это была рубрика «Битва BMW».
пишите, какая BMW вам понравилась больше. Может, вам нравится X5, либо вам нравится F30, может, вам нравится E92, или вам нравится E60. Ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был Павел, канал Крутящий Момент. И, конечно же, эта гонка не обошлась без прекрасной Александры. А кто хочет отдельную рубрику Александра, пожалуйста, отпишитесь, дайте обратную связь для того, чтобы мы понимали, все-таки вы хотите меня видеть на канале или мне уйти прочь и не мозолить вам глаза. Всех люблю. Ребят, я лично хочу, чтобы Александра принимала участие у нас на канале. Всем пока.